нами впервые, полюбили его так же, и чтобы вы полюбили их. Очень хочется. И сейчас я представляю творческих людей из двух городов. Мы дружим. Это сейчас из двух городов. Из города Обнинска, из города Владимира. Ребят, кто из вас первый готов? Скажите. Ну, давай. Значит, Алексей Хромов, город Обнинск. Добрый вечер. Я боюсь, сестру, микрофоны, какой из них куда? Дырки нет. Давайте, вот это сюда. Или наоборот, это не центральная. Не, мне она будет мешать. Потом кто это? А? Потом, как мы выставляем? Потом ты поешь? Ну, тогда ты... Первая песня называется «Зеркало». Давай. Давай. Вот ты вернешься. По разным нишам прячемся в себе. Копит алмазный и жемчуг, император и плебей. Как кактус с розой, дым с огнем, секретный ключ и просто лом. Стихи и проза, день и ночь, противофазами живем. Мы люди разные, нам вместе сосуществовать нельзя. Вопрос не праздный, где ответ? Мы птицы разного полета и по-разному летим. Мы рыбы разные, и рот открыв по-разному молчим. В надежде что-то получить идем на север или юг. Покрывшись потом, нападаем на хозяев или слуг. Мы ходим в храм или до нитки, проигравшись в казино, теряем память, что с того. Ты ответишь, много птиц, и все летают в небесах. Кто император, кто плебей, зависит в чьих это глазах. Кактус и розы, все с шипами, и является цветком. Стихи и проза, день и ночь лишь форма. Сущность только в том, что все едино. Даже я лишь отражение твое. Накроешь зеркало рук. Покидает сад. Он трезвеет только если вышел в море на баркасе под названием фрегат. Но фрегат погиб от пасти крокодильи. Все ж не надо было на баркасе в Ниву, и пришлось спасаться на доске гладильной. Благо гробовую хоть не подхватил. Но все же, боцман, какого черта по вам же плачет доска почета? Выживить по части зубастых видов не хуже этих, что в пирамидах. Забейте досками дверь запоя и отправляйтесь на шум прибоя. На пилораме досок возьмите, свою посудину почините. Боцман, не сдавайся, ты же был студентом. У доски, как в шторм, ты находил маяк. Жребий твой особый, на ребре монета. Континентов много, а вода твоя. Крысам все равно, что по доске, что по лбу. Возвращаться в трюм и с корабля бежать. Если ноет зуб, то легче вставить пломбу. Так зачем щипцами с корнем вытирать? Не алкоголем и не наркозом ты не привяжешься к
паровозом. Там твой корабль, твоя стихия. Плохие годы и неплохие. Доска к дощечке, смола добротно. Клепает боцман бесповоротно. А судно будет, а боцман знает, куда стремиться, чего желает. И я представляю вам, вы не поверите, Оксану Рачкуль.